Вы смотрите программу «Губерния». И вот главная тема выпуска. 3000 сеянцев сосны высадили около Рубского озера. Посадка деревьев прошла в рамках всероссийской акции «Сад памяти». Мы сажаем с душой, потом приходим сюда и любуемся тем, что мы посадили. Влюблена по собственному желанию. Блин, они как кошечки. У них вот такой шажирочек есть, так прикольно его гладить. Они так это любят. Закончить вуз, получить красный диплом и уехать на ПМЖ в село. Мы расскажем, как любовь к своему делу и коровам привела молодого ветеринара Анну не в Москву, а на ферму. Не стало Славы Зайцева. Известный кутюрье никогда не забывал о родном Иванове. Некоторые горожане предложили назвать улицу в его честь. Мы также расскажем, чем Слава Зайцев запомнился ивановцам. Об этом мы спросили их на улице города. А также не пропустите. Для друзей ничего не жалко. Или за что дюляпинский глава оказался под судом. Вождя мирового пролетариата отреставрируют. Мэрия готова выложить 10 миллионов на Ульянова Ленина. Зажигательные выходные, застрявший на мосту экскурсионный автобус, травматические ДТП. Хроника происшествий в нашем эфире. В прямом эфире с вами Денис Воробьев. Здравствуйте. Сейчас об этих и других событиях более подробно. В Фурманове вынесен приговор бывшему главе Дуляпинского сельского поселения. Его признали виновным по статье «Злоупотребление должностными полномочиями и применение насилия, не опасного для жизни, к представителю власти». В судебном следствии было установлено, что в июле 2020 года экс-глава применил насилие в отношении полицейского, который был при исполнении. Действия были не опасны для жизни и здоровья, но все же суд признал их доказанными. Также виновным бывший глава Дуляпина признан по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Установлено было, что еще в 2015 году руководитель сельского поселения незаконно заключил со знакомым договор соцнайма на муниципальную квартиру в селе Юрьевское Фурмановского района. В последующем этот мужчина оформил жилье в собственность, и из муниципального фонда квартира выбыла. Сейчас экс-главе назначено судом наказание в виде штрафа 250 тысяч рублей. Он лишен права в течение 3 лет занимать руководящие и административно-хозяйственные должности в органах госвласти. Пока что в законную силу приговор Фурмановского суда не вступил. Пожары, ДТП и поиски пропавших в нашем эфире дайджест происшествий за праздничные выходные. Начнем с обстановки на дорогах области. Минувшую субботу компания из 4 человек ехала по трассе Гордяковка-Лух-Чедуево в Родниковском районе. 20-летний водитель авто Hyundai Solaris не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась. Пострадали все пассажиры с ушибами и ссадинами. Их доставили в областную больницу. Водитель был трезв, дознание выясняет все детали происшествия. В этот же день утром в Ильинском районе застрял пассажирский автобус. 40 пассажиров, среди которых были и дети, ехали на экскурсию. Навигатор завел водителя на мост через реку Сахта, который не рассчитан на такой тоннаж. В результате транспорт провалился и застрял. Пострадавших нет, всех пассажиров экстренно эвакуировали. А вот в Ивановском районе вспыхнула пустая иномарка. Причина возгорания пока неизвестна, а боролись с огнем сразу 10 человек, 5 из которых сотрудники МЧС. 30 апреля в селе Марково Комсомольского района тоже было неспокойно. Пожар охватил частный дом и хозпостройку. Общая площадь почти 96 квадратных метров. На полную ликвидацию огня потребовалось около 40 минут. Завершаем нашу подборку историей поисковиков из Лиза Алерт. Еще в октябре прошлого года в Старой Вичуге пропал мужчина. Долгое время никаких зацепок не было. Подробности внезапного исчезновения появились только на прошлой неделе. На предполагаемое место отправились 4 поисковые группы. Через несколько часов тело обнаружили. Как отмечают в отряде, ключевым фактором в трагичности завершения данного поиска сыграла поздняя подача заявления о пропаже человека. Руководители Лежневского поселения штрафовали на 20 тысяч рублей за нескошенную траву. С 21 апреля по 11 мая на территории Ивановской области действует особый противопожарный режим. Жечь сухую траву, мусор и костры запрещено.
Ежедневно спасатели отрабатывают 30-40 вызовов по сообщениям о горящей траве. Сотрудники Госпожнадзора выявляют места с нескошенной сухой травой, фиксируют разведение костров и сжигание мусора. Нарушители привлекаются к административной ответственности. 21 апреля в Воскресенском производственном кооперативе Лежневского сельского поселения загорелась сухая трава. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. В отношении руководителя поселения составили административный протокол. Силами администрации должны были своевременно скосить сухую траву. Горение сухой травянистой растительности происходило в непосредственной близости от населенного пункта с частичным заходом в лесопосадочную полосу. Было принято решение о назначении штрафа в размере 20 тысяч рублей. Штраф за нарушение противопожарного режима для физлиц составляет до 80 тысяч рублей. Юридические лица должны будут заплатить 800 тысяч рублей. Ивановская область вновь присоединилась к всероссийской акции «Сад памяти». Одна из посадок молодых сосен прошла в Тейковском районе около Рубского озера. Там высадили 3000 сеянцев. Присоединиться к акции может каждый желающий. Подробности в нашем материале. Влад и Даша работают в паре. У одного в руках меч Колесова, другая держит охапку двухлетних сеянцев сосны. К посадке деревьев приноровились, работают слаженно и четко. У меня задача вставлять саженцы, получается, в лунку, которую делает Влад. И когда он прижимает землю, мне нужно будет притоптать, чтобы саженцы прижились. Всероссийская акция «Сад памяти» проходит с 2020 года, чтобы увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших. Со старта акции в ней приняли участие 3800 жителей Ивановской области. На сайте акции есть все подробности, где и когда будет следующая посадка леса. Присоединиться может каждый, возраст и профессия не важны. Здесь объединяются поколения, чтобы сохранить историческую память. К участникам акции присоединился губернатор Станислав Воскресенский. Мы каждый год присоединяемся к всероссийской акции «Сад памяти». Я считаю это очень важным, почтить память погибших в Великой Отечественной войне, по памяти тех событий. Сегодня как никогда это актуально и важно. Ну и вообще перед началом рабочего дня, рабочей короткой недели, очень полезно это сделать, всем рекомендую. Приживается примерно 80% высаженных деревьев, говорит волонтер Победы Никита Анфилофьев. Он сам родом из Тейковского района и не раз участвовал в посадках деревьев на своей малой родине, да и не только. Одна посадка была в Тейковском районе, в село Новолюшино. Это вот четвертая. Здесь, рядом с жемчужиной Тейковского района, Рубским озером. Вот. И так по деревням, возле школы в Клочкове сажали 75 деревьев в честь годовщины Победы. Вот. И да так в Иваново, в Москве сажали. Около Рубского озера за утро высадили 3000 сеянцев сосны. А всего в области в рамках акции запланировано высадить более 500 тысяч сеянцев. Для этого подготовлены участки в каждом районе. Если, например, часть их погибает, высыхает или замокает, например, то на следующий год, более благоприятный год, производится дополнение до этого количества. Самая начальная стадия – посадка, потом происходят уходы, агроуходы, то есть убирается трава, и дальше уже уходы за лесом – это различные виды прореживания. То есть прочистка, убираем какую-то часть деревьев, ведь мы сажаем очень плотно. Яна Ведерникова, Денис Железов, телекомпания «Барс». Определены претенденты на победу в конкурсе «Народный доктор». Напомним, с этого месяца жители нашего региона выбирают любимого врача в трех номинациях. На селе, в районном центре и в Иванове. Три победителя получат по 50 тысяч рублей. Перейдя по QR-коду, вы окажетесь на нашем сайте, где указаны ссылки для всех трех голосований. Расскажем немного о конкурсантах. На «Народного доктора» Иванова претендуют 5 врачей. Пока что лидирует Елена Кротова, акушер-гинеколог первого роддома. На втором месте Алексей Макаров, врач-эндоскопист 7-й горбольницы. Замыкает тройку Татьяна Малахова, врач-педиатр 3-й детской поликлиники. Четвертое и пятое место делят Светлана Морозова, врач-педиатр 5-й детской поликлиники, и Елена Лямзина, педиатр 6-й детской поликлиники. В номинации «Народный доктор района» лидирует Евгения Мельникова, участковый врач-терапевт Комсомольской ЦРБ. На немного отстает Валентина Иванова, фельдшер из Лежневского района.
Вишневского района. Виктория Лямина, фельдшер из Шуи, пока что на третьем месте. Список участников замыкают Марина Затычина, фельдшер взрослой поликлиники Кохмы, а также Светлана Лыкова, врач-терапевт, заведующая кабинетом медпрофилактики, также Кохомской поликлиники. Претендентов на народного доктора села меньше, всего лишь трое. По состоянию на понедельник в голосовании лидирует Анастасия Зайцева, фельдшер ФАПа села Панеева в Ивановском районе. Далее Лидия Ермолаева, фельдшер ФАПа деревни Москвино Тейковского района. Замыкает тройку Любовь Прозорова, врач общей практики Каминской врачебной амбулатории Родниковского района. Напомним, поддержать любимого врача может каждый до 5 мая включительно. Накануне столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата в Иванове отремонтируют памятник Ленину. Это решение озвучил мэр города во время ежегодного отчета. Владимир Шарыпов заявил, что на эти цели в городском бюджете заложили более 10 миллионов рублей. В ближайшее время Ивановская администрация планирует провести конкурсные процедуры. Напомним, памятник Владимиру Ильичу Ленину в областном центре на одноименной площади был торжественно открыт 22 апреля 1956 года. Бронзовая фигура установлена на постаменте из красного полированного гранита. Монумент является объектом культурного наследия регионального значения. Поддержаны и направление средств на реконструкцию памятника Владимиру Ильичу Ленину. Сумма большая, действительно, более 10 миллионов рублей. Сейчас в рамках конкурсных процедур будем искать подрядчика. Также отметим, за отказ проводить ремонтные работы администрацию города 3 года назад уже оштрафовали на 50 тысяч рублей. Позже суд обязал привести памятник в надлежащее состояние, тем самым удовлетворив иск Комитета Ивановской области по охране объектов культурного наследия. Сейчас короткая реклама, и вот о чем расскажем после нее. Влюблена по собственному желанию. Блин, они как кошечки. У них вот такой шажирочек есть, так прикольно его гладить. Они так это любят. Закончить вуз, получить красный диплом и уехать на ПМЖ в село. Мы расскажем, как любовь к своему делу и коровам привела молодого ветеринара Анну не в Москву, а на ферму. Не стало Славы Зайцева. Известная кутерия никогда не забывал о родном Иванове. Некоторые горожане предложили назвать улицу в его честь. Мы также расскажем, чем Слава Зайцев запомнился ивановцам. Об этом мы спросили их на улице города. Быстрый интернет до 500 мегабит в секунду. Кабельное телевидение, телефония, видеонаблюдение. Умный домофон для дома и бизнеса. Интеркомтел. Звони и подключайся. 939393. Вы смотрите программу «Губерния», и мы продолжаем выпуск. В этом году выпускникам вузов, которые поедут работать на сельскохозяйственные предприятия в деревне региона, выплатят по 110 тысяч рублей. Но не только единовременной выплатой завлекают аграрии к себе свежие кадры. Кто-то и вовсе приезжает в село работать с крупным рогатым скотом по зову сердца. Как, например, героиня нового выпуска нашего проекта на ПМЖ. Пока программа готовится к эфиру, моя коллега Наталья Сергеева немного приоткроет завесу тайны. Кто же она? Молодой хранитель здоровья буренок. Всем привет! Меня зовут Анна Цыпенкова. Я переехала из Владимирской области города Коврово в Гаврилово-Посадский район, село Непотягово. Дочь, тихо. Ну что ты? Подвинься. Вот, умничка. Ну ты-то куда? Ой, блин. Я и забыл, что ты такая. Угу. Все хорошо. По ее уверенным действиям так сразу и не скажешь, что она только в прошлом году закончила обучение. Анне Цыпенковой 24 года, и она ветеринар. Специализируется на лечении крупного рогатого скота. На ее терапевтическом участке аж 500 голов. Ее рабочий день начинается, ух, как рано, в 6 утра, с обхода. Осмотр сколько занимает времени? Вот одной, допустим. Одной кровешки? Да, кровешки, да. Кровешки. Кровешка. Ну, смотря что едят. Если я, допустим,
Вот у меня лежит животное. Так, давай. Вот у нее, вот здесь вот есть такие полосочки. Это я обозначаю дни, когда она отселилась. То есть, ну, они тут подсерлись немножко, то есть раз, два, три, четыре, пять. То есть этому животному 5 дней после отела. Угу. На 4-й, на 7-й, на 10-й, на 7-й дни я ее смотрю, то есть провожу ректальные исследования. Я смотрю ее матку, нет ли у нее воспаления, смотрю, какие у нее идут выделения, проверяю кал, то есть нормально ли у нее функционируют желудки. Вот, если у нее все хорошо, она у меня стоит, я ей витаминку делаю для профилактики, все с ней замечательно. В общем, полный диагностический спектр. Анна рассказывает, начинает в первую очередь с новотела, недавно отелившихся коров. Доча, дочь, давай. Давай, красота. Они после дойки, они сейчас очень будут плохо вставать. Дочь, они уже свое это... Дочь, давай. Или какой-нибудь стоячий, пойдемте. Так, что это за... Это ректальная перчатка, чтобы я свои ручки не испачкала. Вы туда полезете? Да, полезу. Прям туда? Прям туда. Термометр ветеринарный, одна штука. Мамочки. Ей больно. Ей не больно, ей приятно, я же ей массаж делаю. Из родного Коврова Аня переехала в Иваново, чтобы учиться. Свои теоретические знания молодой ветеринар получала в нашей сельхозакадемии. Потом началась практика. Попробовала себя лекарем для домашних животных. Не зашло. Настоящая любовь к профессии пришла на ферме. Как она сама говорит, коровки запали в душу. Блин, они как кошечки. У них вот такой шажирочек есть, так прикольно его гладить. Они так это любят. Классный. Не, мне нравится. Как вы уже поняли, у Ани красный диплом. Не только по любви к коровам, но и по объему знаний. В том году Анна вместе с одногруппницей пришли на практику в СПК «Рассвет». Так тут и остались. Получили стимулирующие выплаты, теперь ждут, когда достроят для них дома. Этим занимается сельхозкооператив. Строят специально таунхаусы для таких животных, как Аня. Требуются нам все специальности, нам и агрономы, и зоотехники нужны, и инженера, и бухгалтерию, там экономисты. Нам все отрасли интересны, нам нужно развиваться, расширяться и добиваться увеличения производства нашей продукции. Это и зерно, и молоко. И мясо. Уже сейчас у хозяйства почти 3000 гектаров пашни, 750 голов дойного стада. В ближайшее время планируют запускать животноводческий комплекс еще на 600 голов. Тогда к 18 тысячам тонн молока ежесуточно добавится еще 15. Работа прибавится и ветеринарам. Если бы мне было лет 19, я бы, наверное, я бы сказала, я поеду в Москву ее покорять. Почему-то чем... Ну, я, конечно, не такая уж старая, но вот с возрастом как-то вот тут такая атмосфера в этом не потягивает. Такая спокойная, такая, ну, равномерная, умеренная. Не знаю, как это описать. Такой прям уют, комфорт чувствуется. Поэтому как-то мне здесь хорошо. Совсем здесь в Непотягове, в принципе, хорошо. Глобальные проблемы – женихи и дороги. Со вторым уже в этом году все наладится, а вот с женихами сложнее. У молодого ветеринара свой райдер. Мы сейчас, значит, выбираем жениха Аню. Давайте, ребят, слушайте. Так, высокий. Такой, ну, желательно без вредных привычек, но ничего, я не привередливая. Потом худенький, я люблю таких худеньких, мальчишечек, худенький. Мне тут все сватывают, я говорю, да не нужны мне такие ваши трактористы. Пихают и пихают. Вот, чтобы мог работать в селе Непотягово, потому что я пока отсюда уезжать не собираюсь, пусть едет за мной сюда, здесь остается. Два месяца назад наш телеканал рассказывал о юбилее почетного гражданина города Иваново и Парижа. Модельера Вячеслава Зайцева 30 апреля всемирно известного кутюрье не стало. Он никогда не забывал о малой родине, помнят о нем и ивановцы. Дарья Костина подробнее. Сын уборщицы и прачки. Родился в 1938 году в Иванове, жил в коммуналке на проспекте Ленина. Хорошо пел, мечтал стать артистом. Но путь на сцену ребенку, врага народа, был заказан. Потому он и начал рисовать. Об этом Слава Зайцев рассказывал нам в 2015 году. Я начинал здесь как художник по цветам. Помню, как выходил
на улицу Ленина, рвал это, с газона цветочек втихаря, но рисовал их. Я начал рисовать совершенно неожиданно. Я не думал, я мечтал быть артистом, потом мечтал быть летчиком. Вот, в то время летное училище классное. Ну, не получилось, потому что, в общем, у меня отец был в плену, потом изменник Родины считался, потом, в общем, масса была неприятностей, которые не позволили мне стать тем, кем я хотел, но, видите, Богу угодно было сделать мне художку, все правильно, все сложилось. Все сложилось. Вячеслав Зайцев отучился в Ивановском химико-технологическом техникуме. С отличием закончил Московский текстильный институт. Работал в общесоюзном доме модели одежды, художественным руководителем и директором нового московского дома моды. В 93-м году возглавил собственный дом моды Вячеслава Зайцева. Кутюрье создал более 70 коллекций, стал первым советским модельером, который представил модели на неделях высокой моды в Париже. Иностранные журналисты называли его «красным Диором». Зайцев создавал коллекции, которыми восхищался мир. Одежду от кутюрье носили знаменитости. Он вел передачу о моде и никогда не забывал родной Иваново. Здесь его всегда считали своим. Приезжал на фестивали «Текстильный салон», «Льняная палитра», защиту дипломов студентов, устраивал выставки. Высоко оценивал ивановских модельеров и манекенщиц, находил теплые слова для детей, воспитанников театров моды. 30 апреля, когда умер Вячеслав Зайцев, ивановцы заполнили соцсети совместными с кутюрье фотографиями и воспоминаниями. Слава Зайцев. 5 фактов. Отец назвал сына в честь политического деятеля Вячеслава Михайловича Молотова. Зайцев не захотел такого сравнения, поэтому все знают его как Славу Зайцева. Дебютную коллекцию Зайцев создал для работниц села. Яркая, красивая одежда, меховые шапки, телогрейки и юбки из павлопосадских платков. Диковинка, которую ценили за рубежом. Французское издание публиковало фото с заголовком «Человек, который диктует моду Москве». Слава Зайцев одевал Екатерину Фурцеву, Валентину Терешкову, Галину Волчек, Клавдию Шульженко, Людмилу Зыкину, Диту Пьеху, Людмилу Гурченко, Людмилу Путину. Для Аллы Пугачевой он создал десятки вариаций платья-балахона, которое стало ее фирменным образом на несколько десятилетий. Слава Зайцев участвовал в разработке формы для милиционеров, стюардесс и советских спортсменов на Олимпиаде 80. Мать Славы Зайцева родилась в Тейкове. Семья жила в доме на Октябрьской улице. В мае 2021 года строение сгорело. Известный модельер умер 85 лет после продолжительной болезни. Соболезнования выразил губернатор Станислав Воскресенский. В комментариях ивановцы предложили назвать улицу города в честь его почетного гражданина Славы Зайцева. Дарья Костина, телекомпания «Барс». Мастер своего дела, всемирно известный модельер, а в первую очередь хороший человек. Именно так ивановцы вспоминают Вячеслава Зайцева. Мы спросили горожан, чем же им запомнился великий кутюрье. Все ответы далее. Вячеслав Зайцев, модельер, чем он вам запомнился? Что он наш земляк. Знаменитый очень человек, модельер, художник. Ну, всемирно известный. Мы простые люди, мало, скажем так, знаю. В основном он делал коллекции для богатых людей, богатые коллекции, а мы нет. Но тем не менее он нам известен. Для знаменитостей шил в том числе. Может, для каких-то конкретных помощи? Ну, для Пугачевой. А что он для нее сделал? Балахон. Он был модельером известным, побеждал в множестве международных конкурсов. Был у нас, так сказать, русский ситец, который до сих пор остается. И этот русский ситец, он очень хорошо продвинул в свое время. Хороший модельер, гордость нашего города. Знаете, он у нас жил здесь, подругой с моим соседом был. Я так знала его, знала, где мама его живет, на Санционной он жил. Все знала, а так вот. То есть вы его видели? Молодец, да. Ну, он это самый молодец мужик. Все делал для России, для нас. Хороший человек, во-первых. Хороший мастер своего дела, всем запомнился. Он приезжал здесь, и мы с трудом большим попали на его выступление во дворце текстильщиков. Это я не помню, год, ну до 90-го, 1990-го были. А тогда была коллекция вот с павловскими платками, если мне память не изменяет, и что-то еще. Это было грандиозное тогда шоу. Очень жаль, что человек ушел из жизни.
гордимся тем, что он наш земляк. А теперь о погоде. Сейчас расскажем, что обещают синоптики на ближайшие сутки. Клиника «Варикоза нет» поздравляет с Днем Победы. До 10 мая первичный прием флеболога с УЗИ и вен всего 1200 рублей. Записывайтесь. 300-300. В среду в нашем регионе ожидается пасмурная погода, дождь, температура воздуха днем плюс 11, плюс 13 градусов, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы составит 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 72%. По прогнозам синоптиков, потепления в ближайшие дни не будет, а вот осадки ненадолго прекратятся. Сразу после новостей смотрите объявления в городской хронике. Интересные истории, видео и фотосообщения вы можете направлять на наши редакционные мессенджеры Viber, Telegram. Номер вы видите на экране. Присылайте свои темы через сайт Иваново Ньюс или звоните по телефону горячей линии 58 77 77. Ну а я с вами прощаюсь. Удачи всем и хорошего настроения.